Гибсон, как видно, Лес Пол, как видно, студио и как видно, черного цвета, то есть такой классический студио, то есть там не фейдед, не спешл, а самый обычный студио 2008 года выпуска, в хорошем таком рабочем состоянии, немножко подубитые струны, стоило бы поменять, наверное. Ну и, в общем-то, и ничего такого и выдающегося, и ничего паршивого. Абсолютно рабочая, хорошая, нормальная гитара. Вот. Единственное, ну, из моих наблюдений, что мне очень нравились студио начала 90-х годов. У меня была пара таких гитар. Не знаю, ну вот мне они нравились больше, хотя вот так в лоб не сравнивал. Так как Fender Hot Rod Deluxe отправился в стационар на лечение, я вот кучу тут чего комбов пересмотрел и выбрал себе на время, значит, отсутствия Deluxe комбик под названием Custom. Комб, конечно, не такой крутой, как Fender, но ламповый, с неплохим перегрузом, ну, в принципе, ничего. То есть я очень доволен, что мне не придется сейчас мучиться с педалями там и прочей всякой ерундой. Можно вот воткнуться и играть, что я, собственно, и буду делать. На мой взгляд, совершенно предсказуемый звук, и хороший, мощный, звучит, звенит. Ну, в общем-то, можно играть вот примерно даже вот так на чистом звуке, хотя можно играть очень по-разному, на мой взгляд. Вот, и Гибсон не обязательно там надо врубить джи-джи и там джи-джи-джи. Thank you.
Ну и теперь посмотрим гитару с овердрайвом. Овердрайв, кстати, тут вполне такой приличный на комбике кустом. Вот. Единственное, по сравнению с делюксом, ну, немножко с серединой тут проблемы, на мой взгляд. Тут я, наоборот, люблю, когда много середины, а большинство как бы любит, когда много там верха. Ну, здесь вот он такой, он верхастый, но еще в меру, на мой взгляд. Так что я сейчас попробую и что-нибудь попробуем поиграть. Вот, ну, вообще, на самом деле, я скажу, очень приятно играть, когда никаких педалей, вот не надо с этой всей фигней мучиться. Вот можно включить усилители и радоваться. Сейчас попробуем. Завершим на этом данный обзор, потому что гитара отлично, на мой взгляд, звучит, сустейна дофига, никаких сейчас ни компрессоров, ни процессоров, слава богу. Я действительно очень доволен, что вот сегодня я вспомнил о том, что у нас есть такой замечательный усилитель, и пока Hot Rod Deluxe болеет, будем играть с ним. А выздоровеет, ну вот, заодно можно будет сравнить. Все, всем спасибо, пока-пока. We'll be right back.
Thank you.